красота, весна, птички поют, да, тепло становится. Мотор сегодня что-то очень странно работает, я понять не могу почему. Запустились вроде нормально, как обычно, довольно легко, а потом обороты начали плавать. И пару раз падали настолько, что аж двигатель глох. Я тут поняла к 30 годам, что какой бы ни была классная сковородка, блины на ней получатся не очень, если эта сковородка не блинная. Ну, либо у меня просто руки кудрявые.